выпуске программы «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, как они оценивают состояние дорог в городе. Как вам дороги? А мы только вышли. Устраивает. Ну, вообще, почистить бы не мешало уже. А так, в парке ничего. Вот. А вообще, вот как считаете, вот, на проезжей части? Вот, там, мы на я на автобусе приехала. Ребят, весна. Так и должно быть. Ну, разве? Конечно. Нет, все время, мы когда подрастали, такая же дорога была, так же ручейки. Я не знаю, как ЖКХ, ФДЖ у нас хорошо работает. Да. Лучше, я бы сказала. Я вожу машину, тяжело, конечно, водить таким дорогам. Сейчас весна. Ну, ямы. И не чистили зимой. Дороги сузились из-за сугробов. Нормально, чистят. И во дворах чистят, и здесь, в парке. Ну, все нормально. Претензий нет никаких. Ну, я считаю, что это нормальные дороги, но можно было и почище. Но система у нас во дворе хорошо убирается, дворники. Мы довольны. Именно асфальт, вот ямы. Да, вот асфальт, все прям, все, трактор приезжает, все чистит. Сзади туда вот тоже все прочистили у нас. Вот, я довольна вокруг нашего дома. А дальше я не знаю как. Да, надо было получше, да нету. Что имеем, то и по тем и ходим. Особенно плохо, когда вот снег по сторонам весь отгребают, а потом все это тает, замерзает, и так каждый день. Это вот если бы его вывозили, было бы другое дело эффективно. А так что? Дворники стараются чистить, а все по новой возвращается, как говорится, на свои круга. Ну, я пешеход. Ну, это разве важно? Вы же по дорогам ходите. Вот как вам состояние вот того, почему вы ходите? Иногда бывает очень скользко. Очень скользко, да. И просто балансируешь. Более-менее дороги. Да? Ну, вот ям. Ну, очень много ям советской. Очень больно много. Ну, так. В этом году очень плохо убирали снег. Это заметно сразу же. Ну и снега было много. Ну и снега также было много. Сейчас просто весна, и, ну, да, наверное, это особенно остро ощущается. Ну, это остро ощущается. Ну, весна всегда плохо. Не знаю, что и сказать. Но всегда плохо. Особенно во дворах. Понятно. Но у нас благодаря тому, что вот эта уютная компания, что ли, там эти мужики с ломами колят и все прочее и так далее. А так, в общем-то, плохо.